иисусских сладостных романов жена-поклонница была. Вдруг пробудившимся желанием совсем уж мужа довела. И раз проснувшись среди ночи и, несмотря на поздний час, ему на ухо прошептала: «Эх, мужика бы мне сейчас!» Мужик включил ночной светильник, на локоть нехотя привстал. Взглянув с просони на будильник, усталым голосом сказал: «Нет, ты меня угробить хочешь, я от тебя с ума сойду. Рехнулась, что ли? Где средь ночи я мужика тебя найду?»